Всем привет, ребят, с вами Илюша, и сегодня мы будем играть в игрушку под названием Need for Drink. Расскажу вкратце, что сейчас нам надо делать. Я муж, это моя жена, она ищет бутылки с вином и пытается их разбить. А мне их надо, ребят, наоборот, выпить. Ну что ж, давайте тогда приступать, я должен по-чертовски тут бухать. Ребят, предупреждаю, это просто тупая игра, это не пропаганда какого-то алкоголизма, поэтому, ребят, ни в коем случае никогда не пейте, это плохо. А мы продолжаем травить себя и выигрывать. Мы должны выиграть нашу жёнушку. И, блин, нам надо чем-то закусить перед тем, как выпить. Можно сейчас-то? Да, ребят, сейчас можно. Смотрите. 2-0 пока что мы ведем. Наша жёнушка не может нам никак противостоять. И поэтому давайте дальше продолжать пить. Где еще-то? Где еще? Вот, слышите, как она нас кричит? И пытается вот разбивать... Во-во! Ой, дай-дай-дай-дай! Есть, ребят, смотрите, я успел выпить водочку, пока она смотрела на меня. Так, тихо, есть еще что-нибудь. И давайте дальше искать. Вот тут у нас есть второй этажик. Может быть, на втором этаже что-нибудь у нас есть. Так, есть что-нибудь? Нет, ребят, тут вроде нет ничего. Дальше что тут? В этой комнате я был? Вроде, ребят, еще не был. Так, она сказала, что я всегда пью, но я не всегда пью. Я только после работы, и все. Это, кстати, типа, ребят, мы после работы и должны... мы напиться. Я, кстати, парфюм только что выпил. Бухаем, короче, ребят, все, что содержит спирт, ребят. Что содержит спирт, то и бухаем. Смотрите, я пока что 4 бутылочки выпил, а она 2 уничтожила. То есть всего 6 бутылок уже убито. Уже 7, потому что я лидирую. У меня 5 бутылочек выпито, ребят. И где еще бутылки? Ух ты, нихрена себе, куда я попал. Может быть, тут есть что-то? Так. Вот смотрите, за нами женушка тут прыгает, на нас пытается. Так, ну где еще? Где еще? Надеюсь, ты... О, смотрите, смотрите, заначка. Что это такое? Разжижитель. Мы выпили только что разжижитель, а это что это? Самогон на настойчной воде. Фига себе, как это, в смысле, на настойчной воде самогон? Ладно, давайте тогда сейчас подождем, пока у нас досочки наберется, и бухнем. Отличненько, ребят, нам осталась последняя бутылочка, чтобы выиграть нашу женушку. Ну где у нас еще эта бутылка, ё-мо? Может быть, давайте, ребят, попробуем выйти на улицу? Может быть, на улице что-то я еще не съел. Так. Голландский сыр, давайте сырка бахнем. И, во, ребят, смотрите, нашел. Так, растворитель. Все, ребят, мы набухались и просто тупо в стельку. Так, окей, давайте поменяемся телами. Если, конечно, наш друг, который с нами играет, захочет этого. И сейчас, наверное, ребят, мы будем играть за женушку. И наша задача будет это брать и просто разбивать... алкоголь или еще разную штучку, которая содержит спирт. Просто тупо, ребят, разбивать, чтобы наш муж ее не бухал и стал нормальным мужиком, работал там, ходил и всякое такое. Так, ребят, вот смотрите, вот так наш выглядит муж. Как ни странно, ребят, но я женщина. И я, кстати, уже вижу первую бутылочку. Он только что просто ее взял, не заметил, она перед ним прям была. Давайте дальше еще смотреть, где у нас тут есть что-нибудь выпить. Пока что тут ничего нету, может быть, в этом сарайчике небольшом есть. Так, я вот помню, всегда тут где-то были вот в этих дверцах бутылочки, но все равно, ребят, что-то нифига нету, перестал вот эта золотая жила тут быть. С этим местом вообще, ребят, все покончено, тут ничего нету, хотя вот и одну бутылочку нашел. Дальше, смотрите, пока что 2-2, нихрена себе, когда он уже успел-то, ё-моё. Давайте тогда мы вот сюда войдем. Тут сто пудов что-то валяется, нет, нет, странно, ребят, тут ничего не валяется. Дальше, дальше, быстрее, 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 ищем, ищем, пока наш муж не набухался по-жесткому. Есть что-нибудь тут? Так, ребят, тут пока что... А, нашел. Окей, ребят, нашел. Разжижитель. Минус разжижитель. И мы пока что ведем. Отличненько. Может быть, тогда давайте поднимемся на второй этаж. Хотя давайте вот этот шкафчик откроем. Во, мочуйк меня не подвела. Отличненько. Еще минус. Одна бутылочка. И сколько у нас? 4-2 я, ребят, веду. Отличненько. Если я затащу еще из-за мужика, это будет вообще просто офигенно. Стоп, это что это? Вы слышите это? Что она за звуки издает? Ладно, окей. Смотрите, я еще одну балочку нашел. Сивуха. Что это за баночка сивухи? Ладно, давайте дальше смотреть. Тут у нас есть что-нибудь? Тут у нас ничего нет. Мы какую-то прям реально за закаленного алкаша играем, который сивуху пьет и разжижитель, и что он там еще-то пил. Я, ребят, не знаю, это вообще, как этого можно пить? Я вообще не понимаю этого. Вообще, как можно пить водку даже? А он тут умудряется и антифриз пить, и еще различные штуки. Так, что ты сюда приперся, алкаш, а? Иди отсюда. Где же еще, ребят? Где еще? Есть что-нибудь? Я уже все, в принципе, облутал практически. Да и муж тоже, кстати, все облутал практически. Но пока что 3-5 мы лидируем. И нам надо держаться, ребят, на этой позиции. И нам еще надо где-то найти водочку. О, бухает. И вы слышите, ребят, как он рыгает? Только что тут рыгнул мне. Нету нигде. Где же еще-то у нас бутылочки? Это может быть тут в комоде? Вот здесь закусывает. Слышите, закусывает. Где нам еще-то, ребят, взять... Взять еще бутылки. Во, может быть, тут?
Блин, ребят, тут пусто, тут у нас ничего нет в бассейне. Бассейн, о, ребят, кстати, смотрите, я бассейн рыву, нафига себе. В бассейне, ребят, тоже пусто. И в этом шарике тоже пусто, смотрите, даже его можно катать, так смешно. Где же у нас тогда, ребят, водка, выпивка какая-нибудь вообще? Нам надо ее уничтожать. О, смотрите, нихрена себе. Ох ты, нихрена себе, фига себе, куда я, ребят, зашел. Так, окей, нашел еще один какой-то комфортный спирт. И все, больше ничего нету. Кусочек пиццы. И все. Может быть, на крыше вот это есть, ребят, что-нибудь? Или в этой трубе, допустим. Не, в трубе ничего нету. Тут я, ребят, больше тоже ничего не вижу, к сожалению. Но где же счет? Он, блин, возьмет водки или других напитков, я не знаю. У меня 6 баночек, у него всего лишь 4 на счету. Ну, ему, кстати, ребят, и меньше надо меня набрать баночек. Ой, как же нам одолеть нашего мужика-алкаша? Ё-моё! Вот и, ребят, впервые играю за такую игру, где я... чувствую себя с женой. Это как-то не по себе, скажу я вам. Блин, где? Еще есть что-нибудь? Давайте мы радио выключим, оно слишком громкое. А, еще. Где тут еще может быть бухло? Я даже не знаю, ребят. Может быть, оно потом спаунится как-нибудь. Давайте еще раз чекнем на всякий случай второй этаж. И посмотрим до конца, есть у нас что-нибудь или нет. Смотрите. Опа-на. Парфюм нашел. Отличненько, он же одеколон. Может, только так, ребят, фигачит. Смотрите, 7-10. Отлично, мы лидируем. И нам осталось еще 3 баночки найти каких-нибудь. Ну-ка, есть что-нибудь? Во, ребят, смотрите. Древняя настойка. Давайте мы ее тоже вот так, хоп. Отлично, уничтожили. Какао-повер нам не нужен. Во, ребят, еще одну нашел. Растворитель, нихрена себе. Так, 9. И нам последнюю, ребят, штучку осталось найти. Последнюю бутылку. Ну где? Где последняя бутылочка, ребят? Я что-то ее не могу найти. Может быть, тут, в туалете? А, нашел, ребят, нашел. Парфюм нашел. И нашел ядовитую дрянь. Все, ребят, отлично, мы выиграли, мы все раунды выиграли. И смотрите, наш игрок вышел из игры. Смотрите, какой засер. Давайте тогда будем ждать новых игроков. И, ребят, на этот раз мы мужик-алкоголик. И нам надо уже, ребят, сразу же, ребят, искать наше бухлишко. Давайте, жжитель, отличненько. Вот ты не успела, женушка, что ты смотришь на нас? Смотрите, что-то нам кричит, потому что не успела только что отобрать у нас водочку. Так, есть еще что-нибудь? Еще что-нибудь? Тут тоже, ребят, ничего нету. Окей, давайте тогда будем тут еще что-нибудь искать. Так, есть, есть. Ничего, ребят, в холодильнике ничего нету. В шкафу. Блин, отойди, женушка, я за тебя ничего не вижу. Ладно, окей. Может быть, тут тогда что-нибудь есть? Тут пока что, ребят, ничего нету. Просто тупо вспомогательные вещи, где надо закусить или еще что-то. Фига себе, у нашей жены уже 3 очка, ребят. Это офигеть. Это порядочно. Как она так быстро успела набрать? Давайте, вот мы гремущий абсент. Только что выпили, отличненько. И давайте дальше продолжать. Что у нас тут? Есть что-нибудь? Во, и смотрите, ребят, еще нашел. Тут у нас есть что-нибудь в этой комнатке? Тут, ребят, тоже ничего нету. И, может быть, тут в шкафу? Во, да, ребят, так и знал, бальзам. Бальзам только что выпил. Может быть, ребят, еще вот сюда зайдем. Блин, я знаю, где-то тут есть прям целая комната. Вот она, да, ребят, смотрите. Вот у нас тут такой огромный гремучий абсент. Выпили гремучего абсента. И нам вообще сразу же, ребят, стало хорошо. Осталось всего лишь, ребят, 3 бутылки выпить. Это, в принципе, очень легко и быстро. Давайте сейчас мы еще одну выпьем. 2 бутылки, ребят, нам осталось бухнуть. Даже уже, в принципе, одну, потому что я еще одну нашел в раздевалочке. И, в принципе, 1 бутылочка, ребят. 1 бутылочка осталась. Но где она? Нам надо искать. В принципе, ребят, у меня есть догадочки, где еще есть бутылки. Это на улице, ребят, 100 пудов именно на улице. И сейчас мы это... выясним. Вот, смотрите, наша женушка забралась на, блин, на крышу. И она пыталась... Стоп. Она сейчас скоро нас опередит. Ё-моё, нихрена себе. Так, тихо, есть еще тут что-нибудь? Нет? Нету. Давайте тогда дальше искать. Может быть, у нас за домом есть что-нибудь? Или где-то, нибудь вот тут спрятано? Так, ребят, тут ничего нету. Вот, она понеслась туда. Там 100 пудов сейчас что-нибудь будет. Так, ребят. Нет, тут нету, ребят, ничего. Блин, у нас у каждого осталось по 1 бутылке. Ну, что делать-то, ё-моё? Так. Есть что-нибудь? Смотрите, я в гараж, ребят, попал. Я впервые тут в гараже. И я сейчас выиграю. Еее! Набухался, ребят, смотрите. Просто тупо выиграл. Еее! Смотрите. Офигенненько. Я, наконец-таки, прошел 3 раунда. И, в принципе, вот так, ребят, все произошло. Везде я выиграл. И это очень хорошо. В принципе, мне игрушка понравилась. То, что я тут выигрываю. И кажется, ребят, я хороший алкаш. Но, ребят, помните мои слова, что я говорил в начале ролика, это всего лишь игра, и на самом деле нельзя, ребят, вообще пить, что вам советую. Я, ребят, не пью, и поэтому вам тоже рекомендую этого не делать. Ну а с вами был Илюша, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей, всем пока!